17 школьников в четверг получили паспорта – главный документ Российской Федерации. Теперь краснокожие книжицы вручают в особой торжественной обстановке. Праздник готовят муниципальные службы. В актовый зал управления образования обязательно приглашают родителей и близких ребят. Главный документ страны – гарант прав и символ ответственности. Момент вручения паспорта – новый этап в жизни. Именно поэтому обстановка под стать событию. Сценарии регулярно меняют. На этот раз обратились к историческому поводу праздника. Государь наш Петр указать изволил подданным своим иметь проезжие письма, дабы не уклонялись они от рекрутской повинности. В торжественной обстановке вручают паспорта уже 2 года. Свое подтверждение гражданства получили еще 17 школьников. К документу знаки внимания власти, обложка, поздравительная открытка от губернатора и, конечно, слова напутствий. Вы формируете образ россиянина. И какой он, этот образ, зависит от вас. Культурный, высокообразованный, воспитанный или. Вот пусть это или останется за кадром навсегда. Оставайтесь настоящими, искренними, горячо любящими свою родину людьми. Паспорт гражданина открывает новые возможности. Теперь этим школьникам разрешается проводить сделки с недвижимостью, трудоустраиваться, заводить банковский вклад, регистрироваться по месту жительства и путешествовать. Правда, пока с разрешения родителей. Галина Азарова, Иван Першин, Никита Кистанов. Новости дня.